Ребята, всем большой привет! Снова рад вас видеть на канале Хижина Музыканта. Меня зовут Раиль. И сегодня праздник. Сегодня праздник, 19 февраля. День отмены крепостного права. Но еще один праздник сегодня — это день моего рождения. Сегодня мне исполнилось 23 года. Ребята, стареем. И в честь праздника хочу разыграть один из своих курсов. Так что срочно бежим в контакт. Находим пост с разбором песни LJ Minimal, делаем репост этой записи. И 28 февраля я определю рандомно победителя по репостам, и он получит на свой выбор или вокальный курс, или гитарный. Дерзайте, делайте репост, а мы сегодня разбираем песню LJ Minimal. Вы скажете: ну, Раиль, ты опять припозднился, согласен с вами. Но не думаю, что в поисках разбора песни Minimal в интернете вы нашли те же фишки и бои, которыми я исполнил данную песню. Так что сегодня ты научишься играть данную песню с самыми клевыми фишками. Поехали! Недавно сделал небольшой апгрейд, купил себе хорошие наушники от Sennheiser. Рекомендую. Модель SX180 Street 2. В последнее время вы очень часто спрашиваете, какие струны именно нужно купить, чтобы они служили долго, звучали великолепно. Вот исчерпывающий ответ на ваш вопрос. Дадарио, 11 дюймов, хорошая толщина, чтобы звучали звонко, мощно. Ну, конечно, чуть-чуть будет тяжелее зажимать, но это не проблема. Фосфорная бронза. Покупайте. Я купил ее за 500 рублей, можно найти дешевле, за 400 с чем-то. И играйте на здоровье. Поехали разбирать песню. Поехали. Посмотрим аккорды песни. Тональность песни до минор. CM аккорд на третьем ладу, нижняя посадка. Отлично. Следующий аккорд — Си бемоль мажор ББ. Шестой лад, верхняя посадка. Спускаемся, как в песне «Медлячок» или «Жуки-батарейка». Ля бемоль мажор, АБ и G, соль мажор. А простые аккорды покажу в конце, как обычно, и мелодию, как петь эту песню, тоже покажу чуть позже. Начинается песня с припева. Но в это время играем перебор. Дергаем бас, третью, вторую, нижний бас, первую, третью, вторую, третью. То есть бас, три, два, нижний бас, один, три, два, три. Следующий аккорд ББ будет то же самое. То есть шестая, третья, вторая, пятая, первая, третья, вторая, третья. На АБ. Шестая, третья, вторая, пятая, первая, третья, вторая, третья. На соль. Шестая, третья, вторая, пятая, первая, третья, вторая, третья. То есть бас и нижестоящий бас. Вот бас, вот нижестоящий. А если вот пятая играем, то бас здесь и нижестоящий бас. Поехали, поем. На баре синие мы танцуем под минимал. Да-да-да, ты красивая, но таких, как ты, дохуя. На баре синие мы танцуем под минимал. Да-да-да, ты красивая, иди сюда. Можно облегчить бой и сыграть эти же 8 щипков, только в обычном порядке. Восьмерочка, перебор. Пятая, третья, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья. Все через третью, то есть... То есть бас нужно на каждом из аккордов один раз дернуть. Теперь посмотрим, как же спеть ту самую мелодию, которая поется в припеве. Сейчас будем учиться материться под мелодию, только красивенько, чтобы все это звучало. Тут две главные ноты. Это нота ми бемоль, четвертый лад на первом ладу, и до. Третий лад пятой струны. На баре синие мы танцуем под минимал. Да-да-да, ты красивая. Дальше. Но таких, как ты, дохуя. Вот уже под мелодию материться даже намного лучше, да, согласитесь? В табах все расписано, так что можете остановить, попробовать спеть каждую ноту отдельно, эту отдельно, эту. Низковато, согласен, но девушку можно петь на октаву выше, как я спел в конце кавера. На баре сине мы танцуем под минимал. Если справились, я рад.
Пробуем теперь под перебор. Любой, какой хотите. На баре синее мы танцуем под минимум. Да-да-да, ты красивая, но таких, как ты, да хуя. На баре синее мы танцуем под минимум. Да-да-да, ты красивая, иди сюда. В конце говорим фразы «иди сюда», но немножко выше. То есть соль-соль, фа-соль. «Иди сюда». И начинается куплет. Его я играю очень простым минималистическим перебором, как сама песня, как название песни. Дергаем бас и третью струну. Потом расслабляем левую руку и делаем хлопок в правой. То есть очень просто. И потом спуск пятое, четвертое, третье и хлопок. После хлопка еще раз третью дергаем и расслабляем левую руку. То есть отлично! Дальше от шестой струны си бемоль мажор. И так далее на всех аккордах. Очень просто. Ребята, отпишите, пожалуйста, в комментариях, как ваша гитара сейчас поживает. Я думаю, у многих зимой гитара страдает, начала трещать, как и у меня, кстати. Не только из-за того, что она находится дома и даже, возможно, не возле батареи и хорошая влажность у вас, но отопление работает нещадно. Вот здесь батареи стоят. И плюс к тому же я еще хожу на концерты по ресторанам, таскаю с собой на морозе гитару и играю на нем. То есть вот эти перепады плохо сказываются, поэтому нужно иметь и домашнюю гитару, и ту, которую не жалко вынести на чёс какой-нибудь, да, там в ресторан попеть сходить. Бицуха потихоньку растет, да? На самом деле цель у меня бицуху-то вырасти на моем старом канале. Ребята, не забывайте подписываться на меня в инстаграме, вот хэштег. Здесь очень много интересного и увлекательного выходит. То есть наши поездки по гастролям, все здесь можете найти и много-много интересного, что не попадает на канал. Вот запись альбома нового, например. Вокруг одни идиоты и светодиоды. Я пью черную воду и алкоголь. Я не знаю, кто ты, да и похуй. Ведь сегодня ты точно пойдешь со мной. Точно пойдешь со мной. И я холодный, как лимонад. Никто в этом не виноват. И я холодный, как лимонад. Никто в этом не виноват. И... Очень просто, аккуратненько, расслабиться, вообще кайфовать можно. Но до кайфа давайте сначала посмотрим, как же петь начало куплета. Вокруг одни идиоты и светодиоды. Я пью черную воду и алкоголь. Я думаю, все поняли, продолжаем. Я не знаю, кто ты, да и похуй. Ведь сегодня ты точно пойдешь со мной. Точно пойдешь со мной. И я холодный, как лимонад. Никто в этом не виноват. И... Запись идет, работаем! Вот где начинается фраза «и я холодный, как лимонад», мы начинаем играть легкий бой уже в преддверии припева. Как он выглядит? Очень простой. Делаем мягкую проводку большим пальцем вниз, вверх подушечкой указательного и хлопок. Хлопок уже умеем делать или скоро сниму про это сюжет. Если надо, обязательно в комментариях отпишите, нужно ли снять отдельный сюжет про блокировку струн. После хлопка быстренько проводку вниз делаем уже.
голову вверх и опять хлопок. Первый удар дольше всего звучит, и второй удар вниз тоже. ББ, АБ. Ловите ритм, это зачатки основного нашего боя. Так, как вы там поживаете? Все нормально? И я холодный, как лимонад, никто в этом не виноват. И я холодный, как лимонад. Все, один удар вниз, и начинается полноценный бой для припева. На баре сине мы танцуем под минимум. Да-да-да, ты красивая, но таких, как ты, дохуя. На баре сине мы танцуем под минимум. Да-да-да, ты красивая, да-да-да. Та же мелодия, сейчас просто посмотрим бой. Бой называется клубный. Если хотите отдельный ролик, полноценный, очень-очень подробный на этот самый бой, авторский, то пишите в комментариях и ставьте лайк. Сделаю разбор. Как она звучит? Это левую нужно расслаблять, чтобы так чак-чак. Клево, коротко звучало. Сначала посмотрим простой бой. Удар вниз уже указательным пальцем, ногтем, да? Вверх. Тоже ногтем большого пальца. И хлопок. Ну, сами играйте как удобнее. Подушечкой там или ногтем, вообще без разницы. Главное, движение уловите. Вниз, вверх, хлопок, вниз, сразу же. Вверх, вверх, хлопок. Вверх, вниз, вверх. Медленно. Тот же самый бой, который посмотрели до этого, просто мы его разбавляем в конце всякими ударами. Вверх, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. То есть... Супер, четко сейчас покажу, чтобы ты навсегда запомнил, если у тебя не получается. Я Тарзаном. Б. А Б. Второй куплет начинается, я его играл просто, используя такой вот интересный ритм, сейчас я его вам покажу. Тут у нас уже перкуссионная гитара начинается. На фоно играл Никита SXB, как вы помните, на его канале сможете найти разбор партии фоно. Так что разбирайтесь, с друзьями вместе играйте. Все очень просто, зажимаем аккорд, да, делаем удар большим пальцем по струнам. Желательно по средним, но касаться баса тоже нужно. Это уже прием тамбуро, когда мы делаем хлесткий удар по струнам. А все продолжает звучать. Нужно научиться вот этим местом бить. Не жалейте, бейте. У некоторых будет звучать вот как-то так, потому что вы палец не поднимаете. Хлесткий удар. И дальше по верхней деке ударяем безымянным и мизинцем. Два раза. Итого. Во! Во! Все получается! Топим. Второй куплет уже сами знаете какой. Открывайте текст, учите и под это поете. Даже, наверное, проще будет, чем перебирать там струны. Просто... бьете по гитаре и поете. Второй куплет очень прост. Дальше идет вставка со словами «Птичка летит домой». Я играю такой же перебор, как и в начале. «Птичка летит домой, все будет окей. Я больше не твой, я больше ничей. Птичка летит домой, все будет окей. Я больше не твой,
я больше не чи. На Бориси мы танцуем под минимум. Такой вот разбор, ребята, получился. Стабилизатор на Кэноне все еще нет, так что скоро буду менять аппарат. А пока что пошел я в студию доканчивать акустический альбом. Сегодня запишем вокал Кристины. Мы на улице Карл Маркс 65. И, как обычно, шедевры создаются в подвалах. Кристина должна записать бэки для моих некоторых песен, где женский вокал не хватает. Ждем, пока Делюс откроет. Пробуй. Ты знаешь точно, что невозможно предугадать зиму. А новые желания осуществить возможно в этом самом новом году. Скоро Новый год же, да? А мы записываем в новогодний. Уже как раз Масленица, последний день, можно сказать, зимы, а ты тут записываешь. Это последний праздник, который возможен, да? Да, да, кстати. Все. Провожаем зиму. Да, сегодня же. Блин. Ребята, подписывайтесь на канал Раиля, ставьте лайки, я проверю.